В 2018 году в Астане начнет работу Центр зеленых технологий. Об этом сообщил министр энергетики Канат Бозымбаев на международном форуме «Программа партнерства «Зеленый мост». Предполагается, что центр будет создан под эгидой ООН и размещен в павильоне лучших практик на территории Экспо. В нем будут представлены зарубежные и казахстанские разработки в сфере альтернативных источников энергии. Мы ведем переговоры с рядом европейских и азиатских компаний, имеющих зеленые технологии, имеющих интерес в Центральноазиатском регионе. Думаю, что до Нового года мы должны будем основные документы подписать, провести, закончить переговоры, для того, чтобы в следующем году центр уже мог полномасштабно функционировать.